Ах, как же очаровывает чаровный млын! Выставка-ярмарка открылась сегодня во Дворце искусства, и туда сразу же отправились все, кто хочет налюбоваться ручной работой. Млын – это выставка изделий ручной работы, которую отличает особая атмосфера душевности и разнообразия направлений творчества. Свою историю она начала в мае 2010 года. На нашем стенде самая интересная штука – это хоккей деревянный, который всем нравится. То есть нужно просто перекинуть фишки, шайбы на сторону противника. Очень просто, всем нравится. Потом еще есть у нас мелочи, там магнитики такие маленькие, очень недорого, 2 рубля. Часы, несколько штук успел там сделать, ну, разделочные доски. Цены восприят на 9. Хоккей, допустим, 60 маленький, 80 большой. Доски разделочные по 20 рублей, сделаны с душой. Я флорист, и, в принципе, здесь все, что сделано из цветов, из живых и высушенных, разные изделия, венки, гобелены, композиции, букетики. Все, что здесь представлено, все собрано своими руками на полях, в саду, в собственном, в огороде. Это лен. Это уже он отцвел. Это коробочки льна, семена здесь внутри. И вот такие они красивые погремушки. Цены очень разные. От 10 рублей за букетик до 150 рублей за гобелен. Программа «Handmade» выставки очень насыщенная и включает увлекательные мастер-классы, модные показы и дефиле от белорусских дизайнеров, образовательные семинары и конкурсы. Выставка «Млын» проводится 3 раза в год – осенью, зимой и весной. Осенний демонстрирует богатые коллекции авторских украшений и одежды, керамики и предметов интерьера. Сумочки с искусственной кожей, но очень качественной, с ручной росписью. Эта роспись не боится ни мороза, ни дождя, носится очень хорошо и долго. От больших до маленьких, то есть может и ребенок носить, и взрослый. Расписываем и шьем мы тоже сами. У нас сейчас Алиса очень актуальна, очень многие любят. Старый мультик «Мужские сумочки». А еще любят у нас «Ежика в тумане». Цены разные, например, от 35 рублей до 180. Но 180 – это уже из больших рюкзачков. Вкушаем фермерские изыски. Это действительно очень необычно и очень вкусно. Как вы сказали, отлет. Только ради дегустации стоит прийти на млын. На следующей неделе отмечается День матери, и ярмарка – отличная возможность купить подарок близкому человеку. Там можно и подготовиться ко Дню отца, который будет отмечаться в Беларуси впервые 21 октября. Насладиться творчеством и натуральными продуктами можно до 9 октября.